Ура! Людка вернулась! Ремонты! Сейчас я сделаю кафе! Наблевали на кого-то! Людка убирала блевоту! Какой у вас интересный тут пляжный этот самый, ёптеть! Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова кто? Правильно, Людочка Мазочек. Людочка немножечко с таким новогодним настроением, с оленями рожками. Правда, один оленей рожек немножечко что-то у нас как-то подоткреивается. Так что, если процесс он отвалится, то имейте в виду. Мы с вами продолжаем играть в House Flipper 2, продолжаем быть уборщицей, да, теперь не женщиной, которая делала ремонт, а стала уборщицей, вот даже аж от неуважения волосня прилипла, понимаете, к Людочке. Ну, в общем, ладно, поехали смотреть, усаживайтесь поудобнее, все равно интересно посмотреть, какие задания нас ждут, может быть, когда-нибудь нам доверят делать ремонты. А в прошлой серии, если что, если вдруг кто-то забыл, мы с вами вот такие вот хорошие, вот эти вот сладкие, сладулечки, были вот в этой вот квартире, это наш дом, который нам оставили наши родители, и как бы, ну, к ним есть определенные вопросики, что за залупу они нам оставили, конечно, но что поделать, ну, вот такая вот у нас семья, что вот с черкашами нам вот это вот подарила подарки вот эти вот все. В общем, ладно, мы идем к чему? По-моему, к ноутбуку. К ноутбуку надо, да? А где у нас ноутбук? Это что такое? Welcome. Так, подожди-ка, ну-ка нахер. Ноутбук. Где ноутбук? Ноутбук, по-моему, был снизу. Пошлите, вот. Наше задание. Так, использовать. Значит, смотрите, сообщение есть. Давайте посмотрим. Долой старье, привет, я продаю свой дом, мне сказали, что сначала его нужно привести в порядок, да, даже подвал. Агент по недвижимости, который был постоянно посетителем моего кафе, посоветовал мне твои услуги. По уборке, угу, Людка уборщица, хэштег. Возможно, я забыла забрать некоторые вещи, так что если вдруг ты найдешь запакованные коробки, просто оставь их там, я их как-нибудь заберу. Угу. Эмма Бейкер, значит. Еще одна грязнуля. Это можно продать? Да, подожди, задание. Давай, я это все продам. Я не знаю, что. Оно мне нахрен тут не уперлось. О, моя хорошая. У тебя что тут, скунсы, еноты бегают, а? Блин, ну давай вот так поставим эту мусорку. Не, ну это трындец. Вы меня, конечно, извините, но реально. Я так копейки буду долго вот эти вот все зарабатывать. Посмотри, сколько мусора. Ну это 100% долбанные еноты или долбанные бомжи. Наблевали, пожрали, ушли здесь. А какие еще могут быть варианты? Ужас какой. Кошмар. Палисадники тут у нее. Хорошо живешь, моя хорошая. Прям очень хорошо. Вот это продаем говно. Вот это надо отмыть, да? Прям ручкой, ручкой будем мыть, потому что, ну, мы же не белоручка. Я вообще с удовольствием продала бы здесь все с твоего заднего двора. Потому что мне нужно бабло, понимаешь? Бабки мутятся, а Людка крутится. Но я так посмотрю, соседи тоже через жопу, да, живут. Все, короче, через жопу. Ладно, входим в дом. Входим в гнездо. Здесь вроде бы мы все почистили. Давайте входим внутрь. Это, ёпта, ничего себе. Ничего себе. Это мы продаем все? Хорошо. Так, что-то тут какой-то срачильник у этой мадамы. Даже на балконе. А листочки сами уберутся, сдуются, да? Я думаю, что листочки-то сдуются. Это что? У нас появился пылесос. Ребята, я теперь умею сосать. Люда научилась сосать, наконец-то, в этой части House Flipper. Так, книжка. Книжку предлагаю нахрен в мусорку, потому что она для лохов, которые... Ну ладно, или давайте создадим уют. Уют вот здесь вот положим. Может быть, кто-то будет читать. Типа, знаешь, или жопу потирать, когда покакает. Так, это что, какой-то мусорный пакет? Все, в целом навели порядок на почти милипусечку. А, это кафешка. Нихера себе, это кафешка у тебя? Ничего себе, заюш. У тебя серьезно здесь кафешка? Вот это да. Ничего себе. Она реально здесь развела кофейню? А это вообще законно? Слушайте, может быть, жалобу напишем, как настоящая сучка? Ну, а типа, охрен ли она тут развела вообще? Это что за прикол? Виси у нее, соси, вези.
Вот это да. Слушай, ну может быть я сейчас тут бабла подыму, как бы. Вот такого, конечно, я тут не ожидала. Вы меня, конечно, извините. Но это что-то приколдесное. Ой, какая засранная у вас кухня. Все в говне, как обычно. Ладно, что, продаем? Она, наверное, этот дом купила на продажу, так что... Что сказать? Ну, такое. Все в потеках, все в картоне, все в говне, в кофах всяких. Ну, сама продаст, сказала ж, правильно? Ёб твою мать, моя-то хорошая. А как так можно жить и вот так вот довести до такого состояния? Я не понимаю. Ну, реально, ну ты посмотри, ну дом-то в целом-то неплохой. А она тут что-то мне устроила. Ля, ну ладно, давайте, наводим чистоту. Наводим порядок, намываем, натираем. Вот эти вот следули, посуду разбитую. А вот это вот не оттирается, хренотня? А, вот так, очистить окно. Ну вот это да, конечно. Вот такого, конечно, мы не ожидали. Красным тут обмазали вот это все. Но она, наверное, реально купила, типа, наверное, кофейню и решила тут как бы пожить. Ну, это очень странно, на самом деле, покупать кофейню и... Ну, или вообще делать, в принципе, кофейню в своем доме. Ну, это же странно. Ну, как бы, ладно бы тут был, дом бы был бы большой, там, двухэтажный, но он одноэтажный, и... Больше вопросов к этой женщине, если честно. Так, все здесь по черкашам. Ё-моё, сколько ж тут черкашей понатекло-то. Ну, как будто бы вообще не наводили бы годами уборку... Просто посмотри, ну что так сложно, что ли, отодвинуть, протереть? Я раз в какое-то время всегда дома что-нибудь отэтываю, чтобы было все хорошо и красиво. Здесь же человеки не парились, просто такие, да нормально, пойдет, пыль, грязь, пойдет, нормально, нам нравится, потому что мы свиньи. Серьезно. Да, у меня для этой девушки плохие новости. Нет, а что это реально? Это симулятор уборки, а не симулятор стройки. Раньше мы строили, убирались, а теперь мы как будто бы больше убираемся только. Когда я буду делать шедевральные ремонты? Я хочу лайфхаками делиться. У Людки, может быть, новые лайфхаки припасены. А их никто не узнает. Как их узнать, когда мы делаем только уборку здесь? Никто их не узнает, все только увидят, как только убираться правильно, и все. Нет, мы, конечно, не против такого, чистоплотными быть надо, но, блин, ребят. Так, это что такое, заполнилась мусорка? Дверь открыл быстро мне. Ну, что это ты не попала? Ну, вот теперь денег не получишь. Капец, побитые какие-то чашки. Ну, что это, пылесосим теперь. Кофейные зернышки тут рассыпали. Ты можешь закончить работу прямо сейчас? Нет. Я буду заканчивать работу до конца. Ишь какие. Чипсоны тут кто-то хавал. Засосем чипсоны. Все, да? Чисто? Слушай, ну вроде бы как чисто. Да? Я считаю, что чисто. Так, хорошо. Что здесь надо сделать? Тут вот в некоторых моментах как будто бы что-то... Или мне просто надо убраться? Серьезно? Я только убираюсь? А как же ремонт? Люда хотела ремонт! А мне не дают делать ремонт! Ребята, она не дает делать ремонт! Как быть? Мы так хотели делать здесь ремонт. А нам не дают делать ремонт. Блин, нахрена такой здоровый подвал? Кстати, я бы, наверное, в этом подвале, знаете, бы что сделала? Спортзал какой-нибудь или что-то типа того. Может быть, чил-зону какую-нибудь, типа игровую, например. Блин, ну это трындец, ребята. Мы что, реально будем здесь убираться во втором хаус-флиппере все время? Мне что, надо покупать костюм уборщицы? Люда у нас переквалифицировалась? Люда потеряла дар речи.
Блин, ну тут все в... Не, ну подождите, может быть, мы здесь сейчас что-нибудь закрасим, но все-таки здесь есть какая-то надежда на то, что мы сейчас будем делать здесь ремонт и делать здесь уют. Но если нам сейчас не дадут сделать это все, это развод и девичья фамилия, я увольняюсь с этой работы, я ухожу. Я ухожу в старый хаус-флиппер. Я возвращаюсь к истокам. Я буду обычной Людочкой. Завершить проект, да хрен вам. Сосать. Я уже до конца вот эти вот ваши половые выделения сейчас уберу. Я все здесь наведу. Чистоту будет красиво, стильно, модно, молодежно. Я верю. Не знаю, как ты, но я верю в человеков. И верю в то, что мы сделаем здесь ремонт. Я верю в это. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте сделать ремонт. Хоть один. Я так хочу сделать ремонт. Да серьезно, что ли? Все? Ребят, это все. Нам не сдали возможность. Блин, ну теперь у нас есть пылесос хотя бы. С другой стороны, как бы пылесос тоже хорошо. Могу отсасывать. Кому отсосать? Вот, например, кофейные зерна. Зачем они тут нам нужны? Отсосем их по бырику и все. Ладно, идем дальше. Сообщение пришло. Ух ты, семья от мамки. Привет, солнышко. Привет, солнышко. Поздравляю с успешным началом карьеры. Том нам все рассказал. Как хорошо, что вы снова дружите. Иначе мы понять не имели, как у тебя дела. Ой, да что ты, пока не родила. Мы с Томом как бы в это... О, смотрите, у нас открылся с вами новый райончик. Crayfish Coast. Давайте. Так, открытие кафе. Привет, у меня есть небольшой книжный магазинчик на побережье. Моя девушка бариста, и мы хотим выделить здесь место для ее кафе. Она утверждает, что ты отлично подходишь для этой задачи. Поможешь нам все устроить? Кое-что мы уже сделали, но нужно еще купить новую мебель. Ой, ура! Людка вернулась! Ремонты! Сейчас я сделаю кафе! Наблевали на кого-то! Людка убирала блевоту! У-у-у, какой у вас интересный тут пляжный этот самый, ёптеть! А, мне такое нравится! Так, давай вот это вот убираем, что тут продать? Надо всю грязь, вот эту вот, всю вот эту вот холеру грязную, непонятную. Слушай, ну красиво, сейчас я вам помогу, подождите, сейчас мы по кругушку обойдем. Ля, ну на пляжу, ничего себе. На пляжу сижу, далеко гляжу, бляжу. Вот, это все про вас. Так, а что здесь, все чисто? Все чисто, да? Так, и что здесь надо сделать? Здесь надо купить. Вау, здесь будет детская какая-то мебелированная херота. Ну, наконец-то. Так, хорошо. Значит, смотрите, стол Кникс. Мы можем выбирать цвет. Ой, а давайте вот такой. Слушай, текстуру можно выбрать. Я предлагаю вот такую текстуру. Цвет нам нужен какой-то такой, знаете, голубой или розовый. Ну, типа, или белый даже. Давайте вот такой вот белый. Детали, все остальное меня устраивает. Нет, он будет вот такой купай. Так, а сколько их надо купить? Ну, смотри, я предлагаю, ну, вот здесь вот поставить эти столики. Вот так вот, чтобы они могли, люди, вот здесь вот сидеть и смотреть. А сколько их надо было? 6 стульев. Так, стулья, давайте. Работаем по стульям. Давайте, такое же сиденье, корпус. А можно вот это вот убрать? Подожди, как это? Корпус. Вот. Нам нужно убрать. Нам нужно, чтобы оно было однотонное. И, например, какое-нибудь розовенькое. Мне кажется, будет красивше. 6. Поворачиваем. Не, ну так. На троих. И вот здесь будет еще один столик. Смотри, вот мы берем вот этот вот мебелированный стол. Вот, и теперь смотри, детский домик. Детский домик меня полностью устраивает. Дети у нас как кошки будут в загоне. И для них еще какая-то качалка.
Не знаю, что это за качалка. Ну, короче, дети здесь пусть развлекаются. Все. Теперь тут можно посидеть. Это что такое? Давайте откроем. Так, это у нас какой-то рок-бук-шоп. Рок-бук-шоп. Слушай, ну я даже не знаю, куда его чисто повесить, ваш рок-бук-шоп. Но в теории можно вот сюда повесить, если можно. Но не дают. А почему? Дают сюда куда-то. Подожди, а где тут вход? Давайте вот сюда повесим. Ну типа, а что, красиво? А, это все? А здесь у нас что? Задание. Что тут надо продать? Продать один предмет. Какой? А, вот эту вывеску продать. Все, теперь понятно. Во! Красота! Купить предметы. Здесь тоже надо купить такие же столы? Ну хорошо, а как? Ну, здесь, наверное, только вот так их ставить. Что типа двое здесь, здесь, вот так и вот так. Ну, наверное, а как иначе? И четыре стула. Давайте здесь уже будут другие стулья, вот такие. Так, раз. Ну, типа народ, чтоб сидел тут, да, читал. Я так понимаю, с видами красивыми. Вдруг не смогут почитать. Все. Ну, уже неплохо. Уже куда бы ни шел. Уже чуть-чуть что-то есть. Так, что здесь надо продавать? Что-нибудь... Ой, блин. Что-то тут, ребята, у вас как-то... Ваш магазинчик-то что-то как-то... Поднасрато выглядит-то, если честно. Подвысрано что-то как-то... Что-то мне тут это у вас... Не нравится. Грязновато, грязновато. Так, давай убираем коробки. Мусор, еще один где-то мусор. Где? Я не знаю, где здесь мусор. Как будто бы его здесь нет. Запылесосю сейчас все. Вот это вот уборочку пылесосом отсосала. А, вот, наверное, мусор. Все, теперь убираем. Не, ну ладно, здесь хотя бы уже какой-никакой сейчас ремонт будет. Уже какую-то даже мебель купили. Ну, мебель пока не особо прям разгуляешься, потому что ну, садовую мебель не так интересно ставить всякую, да? Поэтому пока что как-то так. Ну, что сказать, ну пойдет. Пока пойдет, здесь как антикафе получается. Давайте убираем пятнышки здесь. Чтоб, не дай боже, тут не было грязненько. Давай. Распаковываем мебель. Кофемашинку. Ну, давай кофемашинку к кофемашинке. Чтоб они тут рядышком стояли. Кофе. Кофе давай к кофу. Ну, чтоб красиво было, да? Правильно? Ну, типа, организация пространства. Кружки. Кружки давай сюда. Стакашки. Так, а почему вот так странно выглядит? Ну, давайте их все сюда выставим. А они пусть сами там выбирают, какие кружки им нравятся для раздачи гостям, правильно? И странно, что они все разные. Ну, правда, ну они прям все разные. Так, хорошо, что здесь нужно купить? Подожди. Вот это, я думаю, надо куда-то поставить, чтобы это не мешалось. Например, вот сюда. А вот это вот сюда. Во. И вот так вот, чтобы красивше было. Купить. Значит, смотри, нам нужен диванчик. Ой, какой милый, кстати, диванчик. Корпус меня устраивает. По текстуре. Текстура, в принципе, подойдет. О, да, я хочу вот такой коровий сделать. Розовый коровий. Розовый. Да, это великолепно просто. Посмотри, вот здесь вот. Он идеальный. Он прям реально идеальный. Так, корпус здесь. Нам нужен светлый. И вот так. Блин, ну это должно быть секси. Так, тахточка. Тахточку давайте нужного нам цвета тоже сделаем с коровьим принтом. Только чуть-чуть ей поменяем цвет. Не понял, как это работает? Как сложно работает. Так, вот цвет. О,
подожди, все очень сложно. Так, сиденье. Цвет. Вообще можно вот такой вот купить. Только я не знаю, куда его. Давайте вот сюда. Если кто-то вдруг захочет посидеть. Так, столики. Не, ну столики можно прям вот так поставить. Два столика купили, сидушечку. А, вот как оно работает. Все, понял. Вот так. Ага. Нужно купить стулья. Ну все. Здесь все. Ну, выглядит красиво, кстати. Это что? Туалет. Туалет не надо трогать, хорошо. Туалетом они сами занимаются. Давайте здесь наведем порядок. О, тут, конечно, срача у вас, ребят. Чего-то вы как-то тут поднасрали. С коробками, со всем вот этим вот. Чего-то как-то вы тут, да. Не впечатлили тетю Наташу, не впечатлили. Ой, Людочка, Людочка, давай, убираемся. А что, опять у нас симулятор уборки? Когда мы начнем красить что-то красиво делать? Не, ну прикольно, что здесь появились новые, конечно, инструменты, все дела, но... Счет как будто бы, да, не то. Люда даже не может лайфхаки дать, задания какие-то странные. Ну, нахрен нам делать кофейню, согласись? Пусть сами делают свою кофейню, мы хотим обделывать дома. Что мы хотим? Обделывать дома, именно их. Так, подожди, это что, мусор? Так, ну надо вынести мусор. А то будет говню вонять. Открой дверь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Открыл. Все, с дополнительную бабочку получили. А, тут, оказывается, было рядом, да. Ну, кто знал, кто знал. Так, хорошо. Что-то мы еще с вами не дочистили здесь. Все, пятнышки дочистили. Это что? Покрасить стены можно. Давай. А как их красить? Установить границы окраски. Ну, смотри, вот так. Подожди, вот... Вот так. Подожди, как это делается-то? Ну, допустим. А чем я крашу-то? Подожди, так сначала надо краску купить. Розовая длань. Слушай, ну мне кажется, ну в теории сюда розовый подойдет, но мне кажется, сюда нужно белый. Давайте вот такой. Все, я понял, как это делается. Так, устанавливаем границы окраски. И вот так вот малюем. Ой. Вот это да. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видывала. Ну чё? Наконец-то мы научились ремонтировать с вами хоть что-нибудь. Так. Устанавливаем границы. Подожди. Я просто не совсем понимаю, как это работает. Вот, это типа работает вот таким вот макаром. И ты вот это вот так вот тут возюкаешь. Как хочешь. Очко дали нам. Неплохо. Не, ну так неплохо. Краска кончилась. Ну в смысле краска кончилась? Стыдоба какая, что краска кончилась. У меня, у Люды Томазок кончилась краска. Но мне кажется, с белыми стенами прям офигенно смотрится, как считаете? Там как раз розовая плитка. Ну, куда так много розового? Too much. Так, и вот здесь, получается. Вот эту вот докрашиваем стенку. Вот и все. Теперь, по идее, вот это вот я могу уж продать, да? Так, это давайте сразу вот сюда ставим. Тут машинку. Я ж не знаю, нахрена она здесь. Что тут надо сделать? Подожди, а это как будто бы не весь еще проект. Мы что-то где-то с вами не сделали. Вопрос, где и что? Вопросики. Подождите-ка.
Может быть, надо было что-то здесь покрасить? А это что? Изменить проводку. Не, про проводку речи не... Подожди, я не понимаю. А, тут второй этаж. Все, теперь понятно. Я думаю, что такое? Так, что тут продаем? Продаем кал, да? Кровати продаем, вот это вот все. А что, вы тут жить не будете, что ли? Га, у них ветка прям в доме. Интересные ребята. Все, теперь все стало на свои места. А то я хожу, такая думаю, да что ж такое? Вроде бы все сделала как надо. Все красивенько, все классненько. Оказывается, тут был второй этаж. Оказывается. Так, ну как будто бы все, теперь нужно пропылесосить вот здесь. Отсосать ядом. И что-то надо распаковать коробки, давайте. Так, что это у нас? Какие-то рыбки. Слушай, ну рыбки как будто бы вообще вот не в кассу. Ни сюда, ни сюда. Ну, давайте их сюда повесим. Мне не очень нравится эта идея. Это что? Это свечка. Свечку на камин. Техника пожарной безопасности покинула чат. Пока выставим их так. А там, если что, их переставим. И что-то надо купить. Так, кашпо, давайте. Кашпо предлагаю сделать здесь, ну, беленьким, потому что оно как будто бы сюда подходит. Вот здесь вот батареи поставим, чтобы цветок нахрен завял. Вот. Так, вот этот тоже беленький. А, это прям малышка. Это прям малютка. Тогда предлагаю столик какой-то поставить. Такое ощущение, что столик вот просится вот сюда куда-то. И вот здесь уже можно поставить вот это вот растение. Так, это что? Тахточка. Тахточку как будто бы надо того же этого делать, раскраса. Блин, немножечко неудобно все это делать. Потому что, ну, не совсем... Понятно, но видишь, все такое фельдеперстовое и разноперстовое. Поэтому мне не очень это нравится. Прям слишком много геморроя. Прям нужно подзапариться. Ну и куда мне кучу столов здесь ставить? Какой-то кринж, если честно. Ладно. Распаковать коробки, купить мебель. Здесь нужно купить кровать. Ну, давайте, кровать мы сделаем из белого корпуса. Подушки у нас будут, давайте, замшевые. Можно, кстати, с каким-то картинком. Черепашка. Во, например, кстати, неплохо выглядит. Возвращаемся дальше. Подушки. Одеялка. Одеялка предлагаю сделать черным. А матрас... В принципе, матрас можно сделать тоже вот таким вот рогожий, белого цвета, и выглядит стилево. Правда, вот эта вот херня опять не подходит, но плевать. Так, это что? Это у нас ваза. Давайте вазу поставим к цветочку. Еще. А, это какой-то олень. Кит. Кит ты амамамау. Абратамау. И кружка. Ну, такая себе, конечно, распаковка. Ну что, еще один проект завершен. Не могу сказать, что мне прям понравилось пока что. Но, как говорится, на безрыбье и это хорошо. Обустройка домов с мебелью. Да, я это понимаю. Нам нужно с вами вкачать какое-нибудь очко. Самый большой, самый лучший. Давай. А здесь что, еще быстрее уборка? Конечно, берем, берем. Of course, of course. Сообщение, сборка, рамка для фотографий, дома. Ну, пока у нас все. Вот такой вот дом. У меня 51 тысяча. Нам нужно будет его с вами наводить тут порядки всякие делать. Опа, грязь. Смотри-ка, не заметила. Не заметила здесь грязь. Пылесосик.
Ну, сейчас приберусь здесь по Бырику, чтобы ж дом до конца чистый был, а то мне батя с матей скинули какую-то отвратительную грязную халупу. И рады были из нее, конечно, свалить. А мне вот это вот оставили, я тут сиди, это, развлекайся, да? Ну что, давайте тогда с вами в следующей серии продолжим обделывать дома чужие и свои тоже. Надеюсь, развлечений станет еще больше, еще круче. А пока не забывайте подписываться на каналчик, поддерживать лайком. А мы с вами скоро увидимся. Пока!